Вы имеете в виду Майдан? Майдан – это своего рода политическая технология, технология политического и физического давления на существующие власти. Ничего уникального в украинском Майдане нет. Со времен, наверное, Октябрьской революции 17-го года это вполне известная и практикуемая технология во всем мире, которая модернизирована под некие демократические европейские стандарты. И, собственно, она практикуется не только в Европе, в том числе и в азиатских республиках, в том числе и на севере Африки мы это видели, да, знаменитые события в Египте, да, на Тахрире. Ну, что это? Это и есть, собственно, Майдан. Турция, там он не реализован был в полном объеме, но тем не менее. А как у любой технологии, для этой технологии есть контртехнологии, как бороться с этим или восхищать. Те, кто желают с этим бороться, я имею в виду государства, вполне у них получается, даже на стадии каких-то превентивных мер. Те, кто не желает, ну вот, это мы видим прекрасно на Украине.